сейчас вы наблюдаете, что две машины проехало без разрешения. Это у нас охрана. Сами, кого захотели, того и пропустили. Это больница Баныкина, город Тольятти. Тут, оказывается, только блатные могут проехать через этот шлагбаум. А как у вас охранное предприятие называется? Можно узнать? А, да, сейчас. Вот, а это человек без разрешения, он хочет проехать. Сейчас посмотрим, что на это скажет охранник. Вот, частная охрана, при этом, как вы видите, преграда. Вот, блатных у нас пропускают без пропуска, видите? Ничего он не показал, он дальше поехал. Вот еще один. Ну, у этого пропуска вот, идет. Ну, у этого. А то у этого будет тебе. Надо проучать таких охранников. Охранников проучать. Блатных пропускают, обычных не пропускают. В Ютубе сегодня посмотришь. Вот видите, инвалидов у нас, оказывается, не пропускают, а блатные у нас проезжают. Вот человек показал ему удостоверение, что человек инвалид. Вот охранник ни в какую не хочет пропускать. Напоминаю, это больница Баныкина, город Тольятти. Делайте отзывы, господа.